Всем привет, с вами Гаврил, и это программа Dota Trade. Сегодня я хотел бы показать вам сет на Адмирала Кунку, его название The Commendable Commodore. Давайте рассмотрим модель нашего Повелителя Морей. Собственно, чего хотел бы сказать по поводу этого сета. В целом, вещи в данном комплекте очень гармонично сочетаются, и каждая деталь выполнена на высоте, качественно и с любовью. Ну вот, обратите внимание на всякие вот рюшечки, вот эти завитушечки в сете. Все текстурки очень красивые. Главное, сами модели очень хорошо исполнены. Автору данного сета респект и уважуха. В данном сете у нас 7 вещей. Одна из них рарка, 2 анкомонки и 3 комонки. Что касаемо цены данного сета, почему-то везде она завышена, но я бы сказал, что если собирать сет по частям, то цена данного сета составила около 5 рандомных рарок. Как выменять лучше данный сет, я как обычно напишу в описании под видео. Давайте пока посмотрим, как выглядит данный сет в игре. Ну, собственно, такие у нас адмиралы Кунки. Это обычный адмирал. Это повелитель Северных морей. Такие одежки, они теплые. Так, Кунки спереди у нас или так сзади. В принципе, и в стандартном скине вещи выполнены очень даже хорошо. Хорошо проработан персонаж. Так. Что мне не нравится в данном сете? Точнее, даже не нравится, а вот как-то неграмотно сделана операция с вещами определения их рейда, что ли. Вот у нас есть рарный меч, довольно дорогой, который, в принципе, практически ничем не отличается от стандартного. Потому что, когда мы изучаем пассив, то у нас меч в воде, и в экшене, в принципе, ничего не понятно и не видно. Какая разница там, какой меч. Так, что еще по поводу этих сетов? Давайте посмотрим иконки. В сете вот эта шапка у нас и одежки вот эти. Не в сете. Кунка у нас выглядит вот так. Но с этого иконка гораздо симпатичнее, на мой взгляд. Потому что одежки эти очень красивые. Так, на этом все, пожалуй. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем пока.